Всем привет! С вами программа «Детская утренняя почта» и ее ведущая Тоня. И неповторимая Катя. И как обычно, мы начнем нашу программу с видеоклипа. Картина нравится. Мне нравится картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». О, у нас в школе она такая большая висит, на пол стены. Да ты что, а вот я вот тут в интернете смотрю, она не такая уж и большая. Она всего лишь 77 сантиметров на 53 сантиметра. Ничего себе небольшая. Она была написана не на холсте, а на дереве. А ты знаешь, что Леонардо да Винчи носил эту картину каждый раз, когда он куда-то выходил? А ты не знаешь, почему? Мне кажется, что боялся потерять. А мне кажется, что это был его талисман. Никто не знает. Давай поставим песню для наших телезрителей. Tonight.
unhurt when dreams are real, just pause and lower. Sing hallelujah. А я тут нашла, что эта картина находится в Париже, в знаменитом музее Лувре. А говорят, что Мона Лиза улыбается. Да? Очень интересно. Давай заставим наших телезрителей тоже улыбаться и поставим им хорошую песню. Почему так жесток снег оставляет твои следы? И по кругу зачем бег? И бежишь от меня ты. Не дает до утра спать снег растаявший, он вода. Ты одно лишь должна знать, я люблю тебя навсегда. Не дает до утра спать снег растаявший, он вода. Ты одно лишь должна знать, я люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны? Ветер слезы дождя принес, только слезы мне не нужны. Разучилась смотреть вдаль, разучилась считать до ста, разучилась любить февраль, он украл тебя навсегда. Разучилась смотреть вдаль, разучилась считать до ста, разучилась любить февраль, он забрал тебя навсегда. Расстаются, когда ложь, засыпают, когда тьма. И по телу, когда дрожь, разрешаю сводить с ума. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути никого уже не. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть. И
хочешь забыть. Забудь, только знай, что в конце пути никогда уже не вернуть. Если была художником, я бы нарисовала Эйфелеву башню, рядом с которой прогуливается пара. О, а почему именно так? Я люблю романтику. А я бы нарисовала Кремль, около которого лежит снег. Очень хороший сюжет. Давай поставим какую-нибудь интересную песню. Давай. Планеты, и я поверю в то, что ждешь меня ты где-то. Ты нарисуй любовь на краешке надежды, и я поверю в то, что будет все как прежде. Читать в них небо без границ, где хочется летать, где хочется летать. Я твои слова слышу издалека. Ты скажешь, я люблю, знаю наверняка. Кто я в твоей судьбе на этой высоте? Ты нарисуй любовь на краешке планеты, и я поверю в то, что ждешь меня ты где-то. Ты нарисуй любовь на краешке надежды, и я поверю в то, что будет все как прежде. Пару красивых строк, может быть, ни о чем. Кто я в твоей судьбе на этой высоте? Ты нарисуй любовь на краешке планеты, и я поверю в то, что ждешь меня ты где-то. Ты нарисуй любовь на краешке надежды, и я поверю в то, что будет все как прежде. На краешке планеты, и я поверю в то,
что ждешь меня, ты где-то, ты нарисуй любовь на краешке надежды, и я поверю в то, что будет все как прежде. Ты нарисуй любовь на краешке планеты, и я поверю в то, что ждешь меня, ты где-то, ты нарисуй любовь на краешке надежды, и я поверю в то, что будет все как прежде. Слушай, Тонь, а ты знаешь такую картину, где медведи в лесу? Знакомая картина. О, я вспомнила, она на конфетах. Точно. А ты знаешь такую картину? Крик. Знаю. Про эту картину есть ужастик даже. Ладно, давай поставим песню для наших телезрителей. А можно я поставлю? Нет. Oh,
пора прощаться. До новых встреч! С вами были девочки, которые знают все на свете. Пока! На стрелках перекрестки.